В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе отремонтировали свыше 670 подъездов из 1300, внесенных в план ремонта на 2017 год. На днях представители администрации провели приемку работ в одном из многоквартирных домов города. Губернаторская программа «Мой подъезд» масштабно охватила весь городской округ. Ремонт входных групп завершился уже в более чем в половине домов из всех запланированных на этот год. На улице Толстого жители остались довольны обновлением, ведь все работы предварительно были обговорены с ними. Несколько человек, жителей, выбрали вот этот бирюзовый цвет. Он спокойный такой, вот, светленький, хороший. Ну, подъезд сделали замечательно, изумительно. Белые потолочки, голубые стены, отшлифовали ступеньки. Все чистенько, двери, доводчик поставили новый, новые ящики. Вообще замечательно, окна, да, все помыли. Ну, замечательный, изумительный, чистый подъезд. Вместе с жителями приемкой выполненных работ занимается и специальная комиссия. Представители власти и управляющих компаний на всех этапах контролируют процесс ремонта, после чего оценивают конечный результат. И что немаловажно, всегда учитывают пожелания люберчан и устраняют их замечания. Жителям понравилось, что с ними ведется диалог, что житель принимает первое участие в ремонте своего подъезда. Он выбирает краску, выбирает, как произвести ремонт, выбирает, в какие сроки произвести ремонт. И он понимает, что в любой момент он может обратиться к управляющей компании и внести свою лепту, если что-то идет не так. К примеру, здесь, на Толстого, жители попросили представителей комиссии засыпать участок придомовой территории плодородной землей. Кстати, этот двор стал одним из тех, который благоустраивается полностью. Сейчас там ведутся работы по разуклонке дорожного покрытия. Уже установлен игровой комплекс. Хотели поставить здесь стоянку автомобилей. Здесь многие наши собрались, возмущались, что неправильно, сделали детскую площадку. Ну и с того времени, я смотрю, началось где-то, наверное, обратили на нас внимание. И я смотрю, сейчас очень много внимания нам уделяют. Большое спасибо. На сегодняшний день в Люберецком округе отремонтировано 672 подъезда из 1300 запланированных входных групп. По словам Проворова, все работы по реализации губернаторской программы ведутся по графику. Полностью их завершат к 1 ноября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.